Да? Ага. Да. Черкасов там, да, третий дубль стал делать. Короче, не хочу опять Черкасова у нас там за нютки. Хуйня. Не знаю, Леха, я вот чувствую, что ты с ней сойдешься, блин, но ты как бы это чуть-чуть. Да слушай, сейчас, короче, ну Черкасов, блядь, третий дубль, говорит, там она, у нее на щеке рыбка, короче, и у Макса, блядь, Колесника рыбка на щеке. Ага. И он хотел, чтобы они поцеловались, я говорю, нахер это делать, блин. Ну, если она, он уже целуется, блядь, все, нахуй надо мне это. Тут же, ну, блин, как... Я, короче, не знаю, Сань, может быть, пускай быстрее, блядь, чпокнется, чтоб я нахуй забыл ее и все. Пизду. Не хочу ничего. Может, тебе это будет еще больнее, блядь? Да хрен знает, ну. Ты сейчас, ты когда на Кипр-то полетишь? Я еще, думаю, месяцок тут побуду, Лех. Месяц? Ну, мы увидимся, значит, Сань. Да. Слушай, давай, я хочу перекусить, сейчас пиццу буду готовить. Давай, давай, я буду на вопросы отвечать ребятам. Давай, Леха, мы будем на связи. Давай, Саня, Серега, привет. Давай. Давай, давай, давай. Так, ребята, немножко поговорили с Лешей, какие-то вопросы поднимаем, поднимаем. Я видел, привет, привет. Присоединилась, присоединилась. Так, присоединилась, привет. Адей, что случилось? Ну, Адей, у Лёшки, что случилось? Лёшка ответит. Лёху можно поздравить с пополнением, еще нет. Откуда ты, Александр? Я из Новополоцка, из Беларуси. Так, Лёха, все будет хорошо. Да, я в Лёху тоже верю. Лёха классный чувак. Мужики, вы серьезно, какой сойдешь, что он ее лупасит? Ну, лупасит, ну, значит, любит. Анька хорошая, но любит деньги. Ну, это Анька на решение. Саня, ты с кем? Я один. Как Кристина выступила. Блин, я ушел с Лобного, я не остался на конкурсе, это Леха Адей там, ну, у него спрашивают. И то он с Черкасовым, говорит, поругался, и ушел тоже с Лобного, с этого, с конкурса. Привет всем. Саню выгнали. Нет, Саню сам ушел. Я сам ушел до голосования, выгнали, я узнал Лешку, проголосовал 9 голосов против него, но тем самым, что я ушел, я спас Леху. Ну, ты и старый пострадалец. Ну, это Лешке, я так понимаю, было адресовано. Так, кто-то хочет тоже в прямой эфир. Съемки еще идут, идут. Вы ушли с проекта. Я ушел, да. Ты симпатичный, спасибо большое. Я тоже думаю, что они помирятся. Я тоже так думаю. Так, какие новости на поляне? На поляне новости. Проходит сегодня конкурс. Висюгов покинул проект. Кто беременный? Колись. Не знаю, Анька Самонина начала много кушать, и мы подозреваем, что она беременна. Он говорит, что у нее месячные начинаются скоро. Для тебя нормально бить женщину? Бьет, значит, любит. Нет, не нормально, но это просто такая пословица. Ненормально. Ненормально. Кто-то хочет присоединиться ко мне в эфир. Так. На вас подписал. Да, ребят, спасибо, что подписываетесь. Ты за рулем? Нет, Леха за рулем. Мой хочешь, Леха. Вот, едем. Димка, здорово. Так. Завтра я хочу выйти с Миланой в прямой эфир, она на поляне, и мы там поделимся, она поделится, что там происходит. Но завтра я планирую уже быть, наверное, в Минеральных Водах. Так, напишите, кто хочет со мной выйти в прямой эфир. Там просто я не могу сейчас зайти, посмотреть, кто-то хочет выйти со мной в эфир. Просто так, это... Что, дорогие друзья, я принял сам решение уйти. Как думаешь, Крис с Ваней будет? Не, Ваня сказал, что не будет. Давайте по это примем запрос, кто там хочет, сейчас узнаем. Надо. Ну, принять. Принимаю, что-то не подтверждает. Может, это случайно, она ошиблась. Нет. А, кто там? Случайно кто-то в пиццерии сидит или где? Как думаешь, Ваня с Крис? Ваня сказал, что не будет. Я на Лобном сидел, говорю, Ваня, ты будешь с Крис? Он сказал, нет, не буду. Так. Так.
так что-то непонятно, кто-то это. Отключиться, я просто не знаю, как отключить, что-то привет, присоединил. Все, вышло. Случайно кто-то зашел на этот прямой эфир со мной тоже, совместно. Так, ну что, дорогие друзья, да, я сам принял такое решение, я еще озвучил его вчера, что я собираюсь уходить, все были в шоке, Барзиков такой, зачем, ну как бы я собрался Тиграна выгонять туда-сюда, Тигран вчера тоже начудил там, ну как бы он не сказал на лобном, что именно сказал, но я тоже не буду туда поднимать эту тему, потому что, ну, не стали ее раздавать, но он неприятно в сторону Алины сказал, и Иордан, Алине было, ну, очень грустно, что за такие поступки и слова, вот. Выгоняли сегодня, хотели выгонять. Я был, как бы, ну, типа, там, это я, Дубровский и, типа, этот, Грант. Начали это, ну, типа, вот, вы, типа, втроем, чего вы там, типа, не строите отношения, типа, ну, ходите туда-сюда. А Гранту пришла новая девушка, он с ней познакомился, вот он ее привел на проект. Это для него как иммунитет было. Дубровский там кричал, да я, у меня там есть, я за периметром найду, как бы, ну, девушку, я списываюсь со многими, типа, не надо меня выгонять туда-сюда. А я сказал, ну, я хочу уходить, как бы, я не вижу перспектив, с одной, со второй, с третьей попробовал, ничего не получается. Мне стало там, ну, тяжеловато из-за того, что, ну, нету свободы. И я решил, как бы, ну, уйти. Я еще до голосования ушел, до голосования. Вот. А выгнали, было 9 голосов, как я говорил, против Лехи Адеева. Он был с нами в эфире, но да, по вашим заявкам можно сделать совместный, там, я думаю, с кем поговорю, и с участниками мы будем делать совместный эфир. Они будут рассказывать, что там на поляне происходит. Кирилл не вернется на проект после отпуска? Вот не знаю, давайте будем смотреть после отпуска, что он нам придет. И... Но Ваня поставил, как говорит, точку в этих отношениях. Не знаю, может, это просто слова. То, что знаю, говорю вам, дорогие друзья. Завтра планирую лететь в Минеральные Воды. Буду в Минеральных Водах. Привет, привет, кто присоединился к эфиру. Потом в Геленджик. Хочу, честно, поехать в Геленджик, взять палатку сына и, блин, поехать на пляж. Просто завалиться без камер, без микрофонов, без ничего, просто это. Сколько Крис будет? Вот, 10 дней наберет отпуск. И все, и завалиться, просто там лежать и... Конечно, Черное море мне не нравится, Средиземное мне круче, но море нравится, но уже и Черное море сойдет. Так, привет-привет, кто присоединился к нам. Давайте, друзья, вопросики. У Миши с Аленкой все просто шикарно. Сегодня конкурс Body Art. Девчонки, я, как если видели, Аленку, эту, Иордан сегодня снимала, она была в Body Art. Вот, накрашивали девчонок, и корешку разрисовали, всех разрисовали. Вспоминается Дом 2, что был в начале, сейчас просто какая-то дичь. Ну, может быть, не знаю. Но сейчас уже нет той дичи, которая была раньше, как бы, ну, спасибо, кто подписался. Сейчас такой дичи нету, как, ну, Антон Санников, ну, пытается, может, из старых эфиров насмотрелся, исполнять там стаканы, бить за раз, как бы, ну, такой вот он чуть-чуть задает темпы, ну, как бы для хайпа, я, наверное, думаю, ну, может, эмоции, может, из-за любви, из-за расставания с Ксенией, как бы, ну, может, он такие эмоции показывает. Ну, как бы я был, кем был, как бы, ну, вел себя так, как я считаю нужным, как бы я никому ни плохого ничего не делал и чуть-чуть хорошего сделал. Барзику машину купили. Леху сегодня оставил на проекте, Леху с Аней помирил, когда я к ней пришел, ну, вот, чуть-чуть внес, как бы, хорошего, положительного, ушел всем, но, как бы, со всеми на дружбу, как бы, вот это самое главное. Побыл, понял, принял для себя что-то, вот, почему Ксю и Антон расстались. Ну, Антон не чувствует от Ксении что-то, какой-то взаимной симпатии и чувства любви, что у нее есть к Антону какие-то чувства. Я думаю, Ваня сам себя хочет обмануть, что не сойдется с Крис. Я думаю, наоборот, они любят друг друга. Может, любят, но я вас не знаю. Может, просто показывают. Знаете, проект такой, но там лишнее слово лучше не говорить, потому что эти слова, они потом против тебя так обернутся, что, ну, заколебешься потом это, ну, разэтоваться, ну, распутывать то, что сказал. Спасибо, кто подписался. Спасибо, кто присоединился.
Вот, и поэтому вот Соня как Этигран ляпнул, не подумавши, и потом сидел, жалел, как бы, что это вообще ляпнул. Ой, Тигран, говорю, Тигран, да, Тигр, Саламбеков. Ну, все классные ребята, со всеми нормально, но общался, со всеми нормально дружил, продолжаю дружить. Вот, и будем, да, мы завтра с Миланкой хочу сделать прямой эфир, спрошу, завтра как раз суббота, там день такой будет лайтовый, и мы с ней выйдем в прямой эфир, и она расскажет новые темы, и мы расскажем про себя, то, что у нас было между нами, все правда, потому что нас там уже приплетали, что мы с ней там трахались, но мы с ней не трахались, так целовались. Но это я вам завтра расскажу. В прямом эфире вместе с ней. Вот, потом еще раз Леху Адеева попрошу, с ним тоже выйду в прямой эфир, и мы с ним поговорим, я узнаю, как там, что он. Я, Макс Колесников с Аней начали общаться. Вот он с Лешей сегодня пообщался, как он в солидарность, как он выразился, как бы у Леши, ну, поинтересоваться, не будет ли ему больно, что я начну с Аней там, ну, дружить, просто дружить, не это. Вот, на вас спасибо, кто подписался. Она мерзкая такая, это Милана. Ну, она душевная. Может и мерзкая, но она душевная, хорошая девушка, не знаю. Мне с ней приятно общаться, как бы, ну. Ничего плохого про нее не могу сказать. Просто она меня, как бы, я сколько раз, когда хотел уходить еще на той неделе, поддерживала, как бы, ну. Я, можно сказать, из-за нее еще неделю продержался, как бы, ну. Вот. Помогала, как бы, ну. Там, ну, как бы через одного спроси, все хотят, как бы, ай, надоело, но все равно рано или поздно все, ну, как бы оттуда уйдут, понимаете, как бы, ну, вот у меня случилось в это время, у кого-то может через какое-то другое время случиться, они тоже покинут проект. Но кто хочет попасть на проект, ну, едьте на проект, стоит там побывать, кто верит в себя и хочет, ну, попробовать это, съездите, проверьте. Врут там, не врут, сценарии, не сценарии, как многие говорят, строить любовь, как бы поэтому говорят, что, ну, это все по сценарию. Ну, не будешь ты чувства свои передавать, но, ну, строить по сценарию, это не порнофильм, как бы, ну, это там реальная жизнь. То, что происходит, там все происходит на самом деле. Так, друзья, давайте какие еще вопросики, я даже не знаю, что вам рассказать, поделиться. Сегодня был конкурс перетягивания каната, также возле бассейна перетягивали канат, меня поставили с грантом, но я поборолся с ним, но в итоге он меня перетянул, я упал в воду, но он знак солидарности, он тоже из Беларуси, прыгнул в басик. Привет, привет, кто там присоединился? Привет, привет. Милана больше не вернется на конкурс. Милана нет, все, ее все. Она сидит как зритель уже на конкурсе. Мы с ней списывались. Она не приехала к Лобну, но не приехала к конкурсу. Скидывала мне видосик, что уже на конкурсе сидит. А почему ушел? Ну, не знаю. Я ушел, потому что я с одной попробовал, с другой попробовал, с третьей, как бы, ну, ничего не получается. И мне тяжело там находиться, но, грубо говоря, в заперти. Как бы мне хочется свободы. Делать то, что я хочу, как бы, не ходить там, как это, ну, из угла в угол, как бы, ну, там классно. Как бы было бы мне лет 25, не было бы там, ну, хлопот, там, ну, каких-то этих, ну, я бы сидел бы на проекте. А так у меня, как бы, куча дел, много чем есть заниматься, и поэтому, ну, устал я себя мучить, как бы, ну, и ходить туда-сюда. А что Наташа не так? Да в Наташе все так. Мы вчера с ней на кухне пообщались. Говорю, Наташа, давай, но не буду исполнять. Говорю, скажи, ну, какие минусы во мне, что тебе, ну, тебе во мне не нравится. Но она сказала, то, что, ну, меня смущает то, что ты уже взрослый, что у тебя есть ребенок. Ну, я говорю, все, хватит. Общался с Анной Гей. Конечно, я вот сейчас уходил, с ней общался с Аней. Она тоже прикольная девушка, своеобразная, как бы со своей харизмой, со своей подачей. Конечно, мы с ней вместе пришли на проект, мы вместе заходили с ней на проект и вместе с ней жили. Сижу и пью пиво. Спасибо за ответы. И что читаешь в комнате? Да не за что. Ну, как бы я рад с вами взаимодействовать. Если я, как бы, для этого веду Инстаграм, чтобы с вами взаимодействовать, ну, я себе рассказываю, все рассказываю, что там происходит. Я еще верю в пару Крис и Вани, так как такая ситуация не первая, что они расходились. Я тоже верю.
Я верю, что у них все будет хорошо. Спасибо, кто подписался. Я смотрел сегодня, где Барзиков схватил Милану за шею. Я только сегодня вышел эфир. Ну да, но Барзиков извинился перед ней, все нормально. Дочь свою отправила на Дом-2. Отправьте, и сами тоже приходите. Вон Аня Самонина с мамой жила. Вот. Да, присоединился. Аня Халько, здорово. Давай, вопросы, быстрей. Когда проедешь в Усть-Илимскую? Приеду скоро, но не скажу когда, потому что сам этого не знаю. Так, ну что, друзья, давайте еще вопросики, матросики, папиросики. Я на свободе, так хорошо, но я еще не осознаю, что вообще происходит. Я в какой-то это еще, ну, в прострации. В Москве, завтра хочу лететь уже в Минвод. Нет, вы отправили свою дочь на Дом-2. У меня нету дочери, я не знаю. На тот Дом-2, который сейчас, я бы отправил. Потому что там ничего такого нету криминального. Там, ну, отправил. А, отправьте анкету. Ее рассмотрят. Может, кто знает, что будет. Кто выиграет в конкурсе твои ставки. Но я думаю, что там три. Либо Опенченко, Кристина Бухенбалта. Ну, Натаха тоже ничего так это. Нормально себя показывает. Спасибо за ответ. Да не за что. Задавайте вопросы, получается ответ. Как думаешь, кто достоин победы в конкурсе? Блин. Конечно же, Каришка достойна, но я думаю, считаю, потому что Каришка вообще, то, что она пришла, то, что она ходит там в купальниках и со всеми наравне, с такими яйцами, ну, принцессами, королевами, то она как бы за это вообще достойна этого выиграть в конкурсе. Как там Ваня и Крис? Есть потепление? Нет. Сегодня видел, Кристина гуляла с собакой. Вот. Но на Лобном они сидели раздельно. Привет, кто там присоединился всем. Не забывайте подписываться, писать комментарии, друзья. Я напоминаю, что буду делать прямые эфиры с участниками Дома-2, кто там остался. Как тебе девушка Гранта? Ну, блин, честно, когда она первый раз была в эфире на экране, ну, я тут думал так. А когда она пришла сегодня вживую, ну, хорошая, прикольная девушка. Вот. Узнаю чуть позже, напишу там девчонкам, спрошу, как она вообще. Ну, она будет заселяться сегодня с Грантом, я так понимаю. Узнаю, как. Но время покажет, как она. Но на вид она хорошая, прикольная девушка. Вы ушли сами или за вас проголосили? Что у вас, что случилось у Вани с Крис? Ну, поругались они. Вы ушли сами или вам за вас? Нет, я ушел сам. И честно, и я бы остался. Против меня там не было голосов, как бы, но я ушел до голосования. Потом было голосование, как еще раз повторюсь, проголосовали за... Ну, против Лехи Адеева 9 голосов, но как бы своим уходом я спас Леху. Я Дом-2 смотрю с 2014 года. Ни одного участника не встретил. Хотя живу в Москве. Очень бы хотелось, чтобы Асбест на поляне устраивали. Есть у продюсеров такое в плане. Вот не понял этого слова. Я знаю, Кани Гейн приходили подружки, вот, им одевали петлички, и они ходили по поляне, как бы, ну, вот, знакомились, общались, как бы. Но они зашли некрасиво, так они зашли. Знаете, как они сказали? Блин, не помню, как это слово. Показывай свою... Как она... Как и Аня Гейн сказала на этом, на Лобном месте, как она выразилась, такое слово. Нехорошее слово. Вот. Как там Катя Горина отошла от разу? Да Катя вообще сияет. Сияет Катя Горина, молодец, она как бы и похудела, и как бы держится вообще, ну, хорошо. Расскажите какие-нибудь секретики об участниках. Ха-ха-ха, какие секретики? Да всех секретов никаких нету, ребята, там живут люди, и то, что происходит за периметром, в периметре, там никто ничего не врет, там все, как бы, там, если даже что-то узнается, что было за периметром, это все, ну, как бы... Ребята, в машине просто еду, не везде на дороге свет есть. А сзади? О, вот.
Лёшка, спасибо большое, включил свет. И поэтому все, что там в эфире, это все и секретики всплывают. Там не без обмана. Ваня сегодня поздравил на дефиле Кристину и показал ей на спине нарисованное большое сердце. Это по-дружески было сделано или это его шаг к примирению, как думается? Ну, я думаю, хочет примириться, потому что, ну, если бы он не хотел, он бы таких поступков не делал, как бы в сторону Кристины. Да помириться, я тоже чувствую, что помириться. Ваня такой, ну, помириться. Надо было не спать,